Гора Ливадийская, больше известная как Пидан, одна из главенствующих высот Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота составляет более 1300 метров над уровнем моря. Вершину окружают густые леса приморской тайги, водопады с кристально чистой водой и каменные плиты, пролежавшие у подножья не 1 миллион лет. В нашем фильме мы подробно расскажем вам обо всех чудесах Ливадийской горы. Попытаемся выяснить, как и откуда появились на свет всевозможные легенды и слухи, а также поможем практическими советами тем, кто впервые решил покорить эту загадочную, манящую своими тайнами гору Пидан.